Здравствуйте, вы смотрите программу «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения» в студии Татьяна Саксаганская. Современный темп развития технологий заставляет постоянно учиться не только подрастающее поколение, но и тех, кто уже, казалось бы, давно встал со школьной скамьи, тем, кто хочет идти в ногу со временем, тем, кто хочет сохранить свое место на рынке труда. Необходимо постоянно следить за новинками, повышать уровень знаний и приобретать новые навыки. В Вентспилсе большую роль в образовании взрослого населения играет дигитальный центр. Что актуально в этом сезоне, смотрите в следующем сюжете. Одно из актуальных направлений современных технологий, которое все прочнее занимает позиции в нашей жизни – искусственный интеллект. Программы искусственного интеллекта совершенствуются изо дня в день. И если ими владеть, то можно сильно облегчить себе жизнь, сократить время на выполнение каких-то работ, добиться лучшего результата в разных сферах. Как только Вентспилсский дигитальный центр предложил курс по освоению искусственного интеллекта, все места моментально были заняты. Что же может искусственный интеллект? Это может быть e-posta rakstīšana, varbūt kādu uzsaukumu, jūs ir ideja, piemēram, nu ir dienas, kad искусственный интеллект может пригодиться для написания электронных писем, какого-то призыва. Бывают дни, когда голова творчески не работает, тогда можно написать ключевые слова и дать задачу программе: сделай мне описание того и того. Искусственный интеллект предложит вам текст, который вы сможете приспособить для своих нужд, он может дать вам вдохновение, а если текст хорош, то можно его использовать в том виде, какой он есть. Также можно делать презентации. У вас есть конкретный объем материалов, вы его помещаете в инструмент искусственного интеллекта и получаете ключевые слова, которые вы тоже можете использовать для презентации. Возможностей очень много. Например, у вас есть текст, но вы не можете подобрать визуальный материал. Искусственный интеллект поможет вам его выбрать, чтобы презентация была визуально привлекательной, яркой, красочной, чтобы не был голый текст. Некоторые программы работают на латышском языке, но большинство – на английском. Но можно с латышского языка в чате, например, GPT, перевести с латышского на английский. Всегда доступен Google Translate или другие программы для перевода, которыми вы можете воспользоваться и перевести с латышского на английский, и тогда уже внести текст на английском в нужную вам программу. Но популярны курсы по освоению программы Excel, которые в этом сезоне дигитальный центр предлагает освоить в удаленном формате. Есть несколько уровней занятий, и сейчас объявлен набор на второй уровень. Потом будет курс «Советы по Excel и трюки». Он будет непродолжительный, и каждый сможет получить нужный ему совет от преподавателя. А затем будет новинка Excel Power BI. Это уже курс высшего уровня. Очные курсы будут проходить по обработке цифровых фотографий с помощью профессиональной программы. Продолжают сотрудники дигитального центра обучать педагогов. Причем курсы для латвийских учителей проходят круглогодично. Прошедшим летом было организовано 2 лагеря для латвийских педагогов. У нас были педагоги из разных латвийских У нас были учителя из разных мест Латвии, и одна учительница приехала из Алуксны. Она сама работает в Риге, а лето проводит на другом конце страны. Педагоги остались довольны нашими курсами. Как обычно, высоко оценили занятия по использованию искусственного интеллекта, по обработке изображений, по их созданию. Интересно им было узнать о возможностях создания учебного материала для уроков. Учителя по компьютерной грамотности предложили нам сделать практическое занятие по компьютерным сетям. Они пройдут у нас в октябре, когда у школьников будут каникулы. Те учителя, которые не уверены в своих силах, смогут точно обучаться созданию компьютерных сетей. Обучать будет Вайрис Цауне, декан факультета информационных технологий Вентспилсской высшей школы. Он научит на практике, как подключать компьютерные сети, чтобы потом педагоги могли обучать этому школьников. В этом учебном году педагоги смогут освоить искусственный интеллект, трехмерное моделирование, дизайнерское мышление и другие навыки. 21 октября у нас пройдет день повышения квалификации педагогов. Все пройдет в удаленном формате, а значит, подключиться сможет любой желающий. Темы будут разные. В течение всего дня будем осваивать, например, программу Canva, как ее могут использовать педагоги и создавать интересные материалы. Будут и другие темы. 27 сентября дигитальный центр приглашает на мероприятие «Ночь ученых», во время которого можно будет освоить полезные программы и инструменты. Следить за предложениями можно на домашней странице Вентспилсского дигитального центра.
Лодочная база озера Бушняку завершила сезон. Этим летом погодные условия были особенно благоприятны для отдыха на природе и воде, и базу посещали и винсполчане, и туристы. На базе есть бесплатный причал для лодок, который позволяет использовать и собственные лодки. Этим летом рыболовам опять повезло с крупным уловом. Была поймана щука весом более 6 килограмм и длиной 97 сантиметров. Для пополнения рыбной популяции озера Бушняку в него выпускают мальков. Осенью планируется выпустить в озеро мальков-щуки. Лодочная база расположена на живописном и спокойном берегу озера Бушняку, в устье Лошупе. На базе можно арендовать не только лодки различной вместимости, но и суп-доски и катамараны. Также можно устроить пикник. На берегу озера имеется хорошо оборудованное место для костра и навес со столиками. Озеро Бушняку стало прекрасным объектом для любителей активного отдыха, особой природной красотой которого теперь могут насладиться не только путешествующие на лодке, но и велосипедисты. Пешеходы, бегуны, пешеходы. Каждый житель города и его гость могут пройти 8-километровый маршрут вокруг озера Бушняку. Уже в следующем сезоне на озере Бушняку на улице Талсу напротив Оленьего сада появится новая зона для купания с инновационным доступом к водоему. И люди с ограниченными возможностями передвижения смогут воспользоваться доступом к воде. На свой юбилейный вечер в главную библиотеку пригласил писатель, переводчик, поэт Андрис Акментинш. Во время встречи со своими читателями и почитателями таланта Андрис читал фрагменты своей новой, еще даже не законченной работы. Андрис Акментинш, настоящее имя Андрис Гринбергс, родился в Валмере. Андрис – член Латвийского союза писателей, и многие годы он работал в Венспилской библиотеке, внося свою лепту в успешное проведение различных мероприятий. С годами венсполчане стали его воспринимать как своего. Именно в Венсполсе Андрис написал несколько произведений, например, книгу «Лаймигас Бейгас», в которой обобщены его работы за последние 10 лет, и роман «Учителя», получивший награду Латвийского агентства консультаций по авторским правам и при из Дзинтерса Содумса за новаторство в литературе. В романе «Учителя» автор рассказывает о судьбе латышской интеллигенции во времена хрущевской оттепели, взяв за основу жизненные истории своих родственников. В этот вечер в библиотеке собрались те, кто следит за новинками в литературе, кто чтит талант Андриса. Приехали его бывшие студенты, которым он когда-то читал лекции в Лиепайском университете. С особым волнением Андрис представлял на суд собравшихся свое новое творение, над которым он еще работает – пьесу в стихах «Принцесса» и «Ракс Твэдис». Это все благодаря идее библиотекарей. Так бы ничего не было, я бы сидел спокойно в пещере, дома и писал. А благодаря этому мероприятию я что-то смог выжать из себя и немного продвинулся вперед. Кроме того, я смог посмотреть, как воспринимается текст, какая реакция, что очень важно, если я претендую на пьесу. Если бы это осталась книга стихов, то ладно. А если в конце это получится пьеса, а делаю я это впервые, для меня очень важно делать что-то в жизни в первый раз. Перед выступлением я очень волновался. Сейчас мне спокойно, и у меня столько энергии. Я понял, что меня понимают. До сих пор я был тот писатель, который медитирует и не волнуется, понимают его или нет. Но в данном случае, когда я читал фрагменты из пьесы, мне было важно, чтобы аудитория меня понимала. Я должен сам понять, действительно ли про эти проблемы стоит делать спектакль. Сотрудники Венспилской библиотеки подготовили обзор книг Андриса. Здесь были и сборники его стихов, и романы, проза, переводы, публицистика. Мне казалось, что я более ленивый, но благодаря усердной работе библиотекарей я понял, что это не так. Они так много собрали, за то время довольно много получилось. Думаю, это связано с тем, что я отношусь к поколению конца 80-х, 90-х. У нас не было так много возможностей в молодости, и мы искали разные способы самовыражения, способы выжить и заработать. Особое внимание стоит уделить и переводческой работе Андриса. На его счету переводы не только печатных изданий. Андрис приспосабливал переводы полнометражных анимационных фильмов для детей и взрослых, а это очень непросто.
Скоро будет Шрек. Очень надеюсь его дождаться. С одной стороны, мне пора на пенсию. Стоит начать уделять внимание только своей работе. Но иногда для отдыха требуется и что-то другое. Чтобы куклам в рот вложить правильные звуки, например, если звучит в оригинале «у», то и в латышском должно звучать «у». Это очень сложно. Я считаю, что латышский язык очень эмоциональный, очень звучный. В нем солнце, тепло. Во всех словах это есть. Вот я всегда смеюсь, что на немецком лечебное учреждение звучит так – «Кранкенхаус». У нас с этим все в порядке. Органично влился в творческий вечер и сын Андриса, талантливый пианист, композитор, органист Андрей Мартинш Гринбергс, создавший музыкальное оформление для выступления Андриса. Я рад за старшего сына, который преподает в Венспилской музыкальной школе. У нас с ним постоянно творческий диалог формируется. Я, конечно, жене тоже что-то читаю новое, но чаще всего именно Андрею Мартиншу. Бывало, что я ему говорил, лучше вот так сделать, или не надо ничего менять. Но и наоборот бывает, например, какой-то красивый пейзаж мы видим, природа, море, и отец мне говорит, напиши музыку про это. И для меня это вызов. Как это оформить? Не только я, но и мама, и маленькие братья-двойняшки тоже первые слушатели новых произведений. Я надеюсь, что когда-то будет песня для хора. Я напишу слова, он музыку. Я всегда спрашиваю, не получится ли из этого хоровая песня? Сейчас все внимание Андриса Акминтинша направлено на написание спектакля, который пока только в бумажном формате, но в планах поставить пьесу на сценах латвийских театров. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.